По приказу болотного огонька терновые кусты перед Мишкой послушно расступились. Мишка немного помедлил, обводя взглядом темную массу шипастых ветвей. Собравшись с духом, он пошел вслед за волшебным огоньком по узкой тропинке, которая вела в самую чащу проклятого леса. И вот путь подошел к концу. Мишка поднял глаза. В самом сердце черного леса высился огромный зловещий замок. Внутри его обветшалых стен Мишку ожидало последнее испытание. Добро пожаловать в мой замок. Располагайся, чувствуй себя как дома. Ведь именно здесь ты скоро обретешь вечный покой. Какое гостеприимство! Сразу огласил приговор. Даже чайку с дороги не предложил. Ха. Ха. Приветище! Это Мишка в страшной сказке, и это финал. Потому что мы находимся в последней главе под названием «Высокомерие». Идем в огроменный, здоровенный, высоченный замок, чтобы надрать... Ох ты ж, нифига себе. Чтобы надрать, я хотел сказать, жопу голове вот этой, но у нее же нету жопы, это просто летающая башка. Ты кто такой? Ядрен батон. Там собака в этом колесе, что ли? Да, похоже на собаку. Тебя можно как-то уничтожить? Странная штука, очень странная. Что здесь вообще происходит? Если я вот так вот сделаю. Ее не пробить. А, это конь. Я думал, это собака, но это конь. Короче, ее только через верх, там он есть. Я сдох. Есть прорезь, промежуточек, в который нужно стрелять. Где этот конь? Конь в пальто. Попал, смотри-ка. О, все, уничтожил. Грамотно залетела стрела моя в щель. Прыжок. Прыжок. Здесь пока что... Ого-го-го, какое лезвие качается здесь. Дай, ну, Мишань, ну что такое? Двойной прыжок, напоминаю, у меня барахлит что-то в этой игре постоянно. Потому что играю на стареньком древнем иксбоксовском геймпаде. Сейчас, вон туда запрыгну наверх. Внизу конь, как обычно. О, зеркало, здорово. Внизу конь. Знаешь, что я думаю? Я думаю, двуручный меч убрать. Я хочу его заменить, он мне не очень нравится, двуручный меч. Я хочу поменять на топор. Обратно топор верните, да, вот. Пока я коня не завалю, я дальше не пройду. Нужно валить коня. Конь. Оу, ничего себе. Это я так... Ну давай, давай, давай. Ну повернись ко мне так, чтобы я тебя пробил. Не получается пробить. Через верх может я как-то... Во, попал, попал, попал. Давай прыжок. Ай. Черт. Есть попадание. Но он так повернулся, что я в него сейчас... Есть, ништяк. Ништяк, ништяк, но мне это не помогло. Как же мне туда пройти-то? Может быть, сильным ударом взбахнуть? Не, без толку. Что-то здесь нужно сделать. Видимо. Но я пока не соображаю, что. Может, все-таки мечом бомбануть его? А я меч убрал. Сейчас я верну себе меч и посмотрим. Похоже, меч как-то сохраняет в себе зеленую магию. И замок на нее реагирует. Ну ничего себе, ты понял? Я пошел, короче, меч менять. И думаю, дай-ка я ударю. И вот у меня свет появился. И пока у меня этот свет есть, я могу проходить сквозь вот эту стенку фиолетовую. Сейчас это свечение... Да, и стенка появилась снова. Ну-ка, дай-ка я обратно вернусь. Да, вон она появилась, смотри. Так, значит, надо обращать внимание на зеленый цвет. Я его тут возьму, давай. Вот. Теперь быстренько туда, хопа. Гаргулья может сейчас ожить, кстати. Но... Он, она ожила. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Вот, Гаргуль, подойдешь ко мне? А, когда я на нее смотрю... О, нифига себе, когда я на нее смотрю, она застывает, как статуя. Но стоит мне отвернуться, как она бросает в меня фаерболы. Да я же видел тебя. О, рыцарь, я... Вот это замок, вот это я понимаю.
Это прикольно. Сейчас я тебя топором как отделаю. Броню твою собью. Это мышка? Это мы? А, нет, это кот в сапогах, что ли? Нифига себе, это кот в сапогах. И он дерзкий, очень дерзкий. А подхилиться мне нечем. Ой-ой-ой, он кидает в меня мечи. И он кидает еще и кинжалы. Ох, какие здесь... Стой, подожди, тогда здесь еще и великаны могут быть. Кот в сапогах, все дела, возможно, и великан. А, я, стой, зеленую штуку забыл забрать. Короче, пришлось сходить за мечом, потому что этого кошака вообще не убить. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Вот так вот тебе. Его вообще не убить, он бессмертный, от него надо убегать. Ты смотри, что он делает, он прыгает, у него волновые всякие штуки. Это бессмертная кошатина, ее не убить. Короче, все. Забили на него, короче, хвост. Кошачий ободранный хвост. И пробегаем тупо его, и все. Я тут уже раза 4, ну, конечно, пробегаем. Обосраться же нужно. Вот еще, ну, что это такое вообще? Как это я начал так вот? Минус 2 хп. Надеюсь, что мне фартанет все равно. Просто бежим отсюда, бежим. Не тормозим. О, можно вниз спуститься вроде как. Нет, нельзя. Значит, ну, можно вот тут вот запрыгнуть, смотри. А, здесь зеркало. Отлично, хорошо. Так. Тогда я вначале подумал, может, все-таки кошака попробовать, раз зеркало тут стоит. Мочкануть. Что? Что тут все закрылось? Часы. Время в моем замке застыло. Его хранят бессмертные призраки. Сразись с ними и докажи, что достоин моего внимания. Блин, если это кошки... А это что за заяц с часами? Ты кто? Это что такое вообще? Как его убить? По часам лупить? Ну да, кстати, это рыцарь кошки. Коты в сапогах, а не в доспехах. Тут тоже их два. Если я с одним не справился, то как с двумя-то драться? Вот это да, вот это прилипалово, слушай. Еще знаешь, что я подумал? Скорее всего, мне нужен зеленый огонек. Вот я сейчас его возьму и призрака завалю. Зеленый огонек имеет значение. Он же говорил тогда, Мишаня? Да-да-да-да-да, вот так вот с ним. Вот так вот, вот я с ним. Еще зеленого огня. О, запрыгнуть можно. Когда ты там откинешься-то? Так, еще зеленый огонек. Короче, когда ты берешь зеленый огонек, все призраки превращаются... Ну, как бы... Они обретают плоть. Их можно убить. Вот. Сложно, очень сложно в этом замке. Я такой сложности за всю игру, наверное, не видел. Прям капец, как можно вот сюда запрыгнуть? И теперь понятно, как запрыгнуть. Ай-яй-яй. Как попасть? Как попасть на крючок, который там был? Ты задолбал своими часами крутить, вертеть. Да ты... Блин. Как же быть? Как же быть? Что сделать-то? Что сделать? Я пока что тут это... Вот так вот возьму. У меня есть возможность отхила. Пару секундочек. Убегаем. Наверх. Вот сюда. Да как ты меня так задеваешь-то? Ты задолбал уже! Кролик! Сраный кролик. Что с тобой происходит? Он исчез! Я его убил! Как-то я его убил. Апагать. Наверху здесь ничего нету, я у горгули. Пойду сейчас с кошками драться, скорее всего. Нет, подожди, надо вот так вот сделать. Опля. Я отсюда могу стрелять? Нет. А было бы неплохо, кстати, отсюда стрелять. Сейчас я еще сюда запрыгну. И можно тут подхилиться. Момент есть, поэтому давай этим сейчас и воспользуемся. Отлично. 4 хп. Уже можно что-то делать с этим. Ну чё, кощатники, где вы там? Стрелы не пробьют их. Я, короче, тут уже поздыхал ту его кучу раз. И не представляю, как убивать этих кошек. Они постоянно... Вот смотри, вот сейчас получилось. Вот сейчас как-то получилось. Они постоянно блокировали мои удары, но вот сейчас что-то произошло. Я не знаю, может быть, игра сжалилась надо мной. Короче, когда они делают какой-то удар, они отворачиваются. Вот, 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 сейчас у меня шанс. Вон оно что, когда они вот этот прыжок делают, только тогда на них можно нападать. Наконец-то я убил всех кошек. Башка. Жалкое зрелище. Ты не нашел ничего лучше, чем убить его сильнейшей магией этого мира. Моей. Я, по-моему, твою магию вообще не использовал. Что за звук?
Где-то открылся проход? Нам, походу... Интересно, где... О, косолапый, смотри! Огонек! Правильно. Пойдем на огонек. Прекрасная, прекрасная мысль. Подожди, зеленый, только зеленый огонек. У меня такой же, только синий. Ну ладно, пойдем. Нам, скорее всего, в ту сторону. Наверху я уже все облазил, там ничего нету. Пусто. Пойду поверху. Так вот. Оббегу того кошака. Огонек, кстати, исчез куда-то. Подожди, а может нам вон туда, прям наверх, на самый-самый верх запрыгнуть? Черт, в принципе, реально туда запрыгнуть. Сейчас я еще раз попробую. Опля, опля, опля. А, ну тут решетка сверху, поэтому никак. Убегаю, убегаю. А вот, кстати, и огонек зелененький, я бегу. Я бегу за тобой. Может, конечно, не стоит за ним бежать, но... Я попытаюсь в вашей части. Ага. Теперь я понял, зачем здесь факел зеленый. Зачем его здесь еще раз поставили? Да в смысле, почему он так мало работает-то? Эй. Опля. Че, куда нам? Куда нам? Куда нам? Снова конь ожил. Потому что сдыхал много раз. Ну конечно же, я сдох. Конька, перепрыгиваем. Здесь нужно быть очень внимательным. Ловушек огромная куча, поэтому могу напороться. Я в самое начало бегу. Мне точно сюда? Зеленый огонек, нам точно сюда? В окно? Сейчас я возьму огонь. Так, смотри, я могу здесь запрыгнуть. Потом сюда. И сейчас закончится у меня огонь. И это будет не очень круто. Я запрыгнул, я наверху. Но тут его куча горгуль. Огонек! Зачем ты меня сюда привел? Через верх получится? Нет, тут никак. Я смотрю на вас, так что не двигайтесь. Когда я на вас смотрю, вы... Ох, у меня в жбан прилетел-то какой, а? Красивый, огненный. Снова зеркало, это здорово. Сейчас кошки вылез. Вот, кошка, 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 давай. Сейчас я тебя надеру жопу. Заряжу меч. На тебе. Ну, я тут сдохнуть могу. Вот, плохая идея, я побежал. Я побежал, плохая идея. Драться с кошкой. Я их ненавижу, они очень хитрые и очень сильные. Ну что, еще одна кошка, да что ж, ну две! Две кошки! Я лучше убьюсь об щупальца, что, собственно, и сделал благополучно. Об колючие вот эти вот иголочные стенки. Опля. Бегу, 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 бегу. Меня не достали. Огненные фаерболи. Ну вот с этим придется все-таки подраться. Ладно. Сбиваем броню. А, там еще второй же есть. Давайте, прыгайте, прыгайте ко мне. Минус один. Сейчас будет. Почему здесь блока нет? Вот почему здесь нельзя ставить мишени блок? Аж раздражает, меня сейчас убьют. Ну все, это... Ну как вот от них можно уворачиваться, если ты не умеешь ставить блоки? Щит, я прокачивал специально таланты, чтобы у меня был щит, но он не работает. Нафига я, наверное, только талант потратил. Аж бомбит. Адский. Адский бомбит. Так, ну хорошо, что у них хоть броня сейчас сбита. Давай, прыгни на меня. Ага. Готово. Ушатал кошку. Сейчас со второй будем разбираться. А, ну ей еще броню надо сбить. Но учитывая, что она одна, будет полегче. Кошечка, прыгнешь на меня? Прыгает. Готово. Три удара и всего нужно большим мечом нанести. Так-то, в принципе, когда понимаешь, как их убивать, не так уж и сложны эти кошечки в сапогах. Коты. На самом деле это коты в сапогах. Конь. Снова ты. Снова ты. Конь в пальто. Попасть бы в тебя грамотно еще. В дырку твою. В отверстие. Где ты там? Эй, конь. Есть, попал, 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 давай, давай, добивай, добивай, добивай. Отлично. Очень сложные механики, ну, в плане убийства противников здесь. Вначале нужно допедрить, как это сделать, а потом убить. И это, я тебе скажу, ну, такое себе удовольствие. Снова ты, башка летающая. Не рассчитывай обратиться к этой тактике вновь. Мои призраки очень коварны.
Понятно, почему он сказал про свою магию. О, огонек, зеленый огонек. Так, а как мне воспользоваться вот этим вот? Как-то странно, он туда долбится и ничего не происходит. А, может быть, вот эту свинью летающую нужно? Кстати, это на свинью летающую похоже. Хотя и кролик вроде бы с другой стороны. Давай-ка я вот сюда подойду. Кролик, подойди. Его нужно, чтобы он... Да блин, короче, нужно, чтобы в него вот... Хотя нет, мимо пролетел этот зеленый огонек, но ничего не стало. Я вначале подумал, что нужно подвести его под этот зеленый огонек, чтобы он... Короче, все, это нифига не работает. Нужна другая тактика. На пролом тоже там не пробежать. Поэтому сейчас буду снова думать, как его убить. Короче, смотри. Здесь этот зеленый огонек, это не тот огонек, который нас сюда привел. Это зеленый фаербол, который пускает горгуля. И если я сейчас... Да-да-да-да-да-да, вот получилось. Получилось у него взять. Че, ты готов? Нет, он еще живой. Короче, у горгули надо отбирать силы. Только вот... Я сейчас сдохну нафиг. Отбирать у него силы. Убегаем. Это ж как надо вот убрать. Короче. Блевать аж охота. Очень сложно, очень сложно. Горгуля, стой. А, она меня убивает это? Все понятно. Еще и горгуле не надо подходить очень близко, потому что она может тебя убить. Ну как бы, ты видел, я траванулся об нее. Как все сложно-то, ё-моё. Зачем так усложнять? Теперь надо... Не сработало. Надо быть очень аккуратным, блин. Чё, все, убил? Нет, он живой еще. Нет, убил, наконец-то. Ой, мне затянул какой-то портал зеленый. Снова к часам. Неплохо. Но пришло время дать тебе задачку поинтересней. Мое колдовство многолико. Слишком многолико для простого смертного разума. Но я позволю тебе попробовать его на вкус. На вкус? То есть чайку все-таки нальешь? Эй, козявка, ты там как? Что-то ты притихла. Извини, косолапый. Я немного задумалась. Нам с тобой осталось победить последнего демона. Но он самый сильный. Да. И мы очень скоро спасем Алисию. Согласна. Наверное, я просто разнервничалась. У нас нет права на ошибку. Не бойся. Я этого демона быстро на части порублю. Мишань, я, конечно, в тебе не сомневаюсь, но вот я... Я в своих силах, конечно, начинаю уже сомневаться, потому что тут очень тяжело. И уровень сложности здесь поменять нельзя. И это как-то прискорбно, слушай. Короче, наверху все обшарил и понял, что, возможно, стрелка от часов указывает нам путь. Она указывает нам куда-то вниз, может, в подвал спуститься нужно. Пойдем пробежимся здесь, по низу. Есть такая вероятность. О, гляди, реально подвал открылся. Ну, хорошо. Значит, нам вниз. Здесь пики есть. Так, а пики, кажется, убираются огоньком. Огонек, короче, я выяснил. Смотри, что нужно с ним делать. Да, пики убрались из-за огонька. А огонек, короче, оказывается, нужно было ловить мечами. Вот оно что. Они... Так, пока он не возродился, надо этого кота мочить. Давай, котик. Котик, давай прыгай ко мне. Отлично. Дайте посраки под хвост. И вот... Блин, это было глупо. Зеркало отражает. Не даст он меня сейчас его убить. Но, блин, опять не успел. Опять не успел. Я ж тебя добью, да и пофиг с тобой, короче. Задрали эти коты. Эти коты просто вообще меня бесят. Так, значит, огонек взял. Там двери должны были открыться. Вон снизу, как туда вниз пробраться еще глубже. Снова к коту пришел, да? Вот тут есть где-нибудь проходик? Нет, тут нет прохода, короче, все, бежим. Да, и сдох. В общем, как-то туда по-другому нужно попасть, к опыту. Вон там эта фиолетовая дверь, фиг его знает, как туда залезть. Возможно, дальше будет проход. Взял огонь. И как-то мне тут теперь А, вот платформа здесь катается. Хорошо, поехали.
пока у меня зеленый огонь на мечах не кончился. Поехали. Ох, нифига себе. То есть, когда она наверх поднимается, она шипы показывает, да? Так. Ага. Дальше. Ну почему? Я же... Почему Миша-то не зацепился? Я же крутил свой меч, чтобы зацепиться, но опять не зацепился. Это как называется? Что за жопа? Палец. Ручка. Как это я упал? Почему это я упал? Обосраться можно, сколько я здесь здоровья потратил. Это капец. Так, мне тут наверх надо. А тут стой. Стой, не падай. Там пики. Угу. Но мне же надо как-то... Сейчас, подожди. Есть. Выкрутился. И упал прямо. А-ха-ха, обратно не залезть, потому что у меня зеленые мечи. О, ведьминское колдовство. Это сильно, конечно, это сильно. Разработчики постарались запудрить мозги окончательно. Я просто... Всратый замок, короче. Просто сил уже нету тут бороться с этим. Мне уже никакой босс не нужен. Тут все соки высосал этот замок. Понимаешь, вот смотри. У нас сейчас меч светится. И я могу кататься на призрачных платформах. Но, допустим, вон там зеленая стенка. Я ее не могу пройти, пока у меня мечи светятся. Вот ты представляешь? И мне нужно даже... Вот, мечи снова стали обычными и призрачно... Точнее, обычная стенка исчезла. Ну что такое? Почему ты не цепляешься? Миша, ты что, что будешь делать-то с тобой, а? Уже который раз. Сюда зацепись. Он не хочет цепляться вообще. Что же за замок-то такой проклятый? Так, я сейчас подкачаюсь. Вот сюда запрыгиваю. Здесь нужно взять огонек, наверное. Взял. И... Вон туда запрыгнул. Запрыгнул. Вот как нужно было сделать. Дошли до зеркала. Тут никак не вылезти. Но, скорее всего, нам только вниз нужно. Или как? Или что? Типа здесь вот я стою. И чё, что я стою? Хм. Непонятно, что внизу делать. Прям... Очень сыкотно. Там как бы понятно, что нужно через низ пройти. Вон платформа там двигается. Ладно, давай рискнем. Здоровье вроде есть. Так, вот платформа вроде. Да, я на нее встал. И что дальше? А, поехали. Я просто тогда платформу не увидел. Она там за камнями спрятана. Хопля. Дальше. Но это разрыв пукана. Я так не бомбил очень давно, конечно. И я бомблю именно от этой игры. Меня так никогда не бомбило, вот серьезно. Так, здесь нужно поймать этот огонек. Хотя, в принципе, зачем нам огонек, когда у нас тут факел есть? Я сейчас вот так зажгусь. А есть какая-нибудь платформа тут катается вообще? Да, вон она поехала. Отлично. Шлеп на нее. Теперь главное пригибайся, мишени, чтобы нас не подзарядили этим фаерболом зеленым. Ядовитым зеленым фаерболом. Соскакиваем. Какая тут горгулья-то мощная. Конь. Вот где, наверное. Да. Давай, коня ушатывай. Отлично. И здесь мы можем вроде как залезть наверх. Чтобы до опыта добраться или нет. Нет, вроде нет. Но как же мне залезть наверх? Хочу наверх. Какое интересное местечко. Никого нет, тишина да гладь. Подожди, а если я попробую с другой стороны залазить? Вот здесь вот. Не стоит. Да, вот проход. Есть проход. Сейчас тихонечко вот так вот спускаемся. Здесь у нас шипы. Пролетели. Вот чуть-чуть не пролетели. А, ну и тут, конечно же, огонька-то у меня нет, он кончился. А где мне его достать? Огонечек. Где тебя достать? Наверное, придется обратно. Вон там факел горит, смотри. Да. Сейчас попробую до него добраться. Есть. И теперь быстрее туда. Все, добрался я здесь и добрался, наконец-то. Отлично, только здоровье у меня, конечно, не ахти. Все не ахти. Ну да. И прям на иголке. Ну и фиг с ним, короче. Я сейчас там возле зеркала воскрешусь. И пойду по своим делам. Опыт все равно я уже собрал. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Зато фул хп. И с опытом.
Вот это мне нравится в этой игре. Если бы у меня еще и опыт отбирали, мне приходилось бы заново бежать туда. Да я все волосы у себя на башечке потревал. И на бороде себе тоже потревал. Везде, где только можно, волосы все пообрывал бы. Хопля. Сюда вроде как вниз можно спуститься. Но это тогда, когда у меня закончится действие зеленых мечей. Сейчас попробую. Но мечи исчезните. Исчезните у меня. Вот. Спускаемся вниз. А, ну тут... Тут иголки. Дерзкий. Ха-ха, как здесь хитро-то. И нафига я ждал, когда у меня кончится действие? На кой черт мне это надо было? Так. Что тут сейчас будет? Четыре медвежонка. Точнее, четыре зайки с черепками на башке. Сурово. Там факел не горит. Че это он там не горит? А че это он не горит? Может, он мне нужен? Сюда не пролезть. А если сделать вот так? Так, нормально. И куда мне нужно? Пики. Пики. Что-то много пик. Давай сюда сходим. Ну, я здесь, и что? Подожди, а можно зажечь обратно? Я последний забрал здесь? Прикол. Последний огонь забрал. Я не знал, что он даже кончается. Так, ну ладно. О, подожди, вон там еще опыт есть. Это способность, там какая-то способность. Там есть способность. Я бы сходил за ней. Наверное, я этим сейчас и займусь. Опля. Взял зеленых мечей. Теперь я спрыгиваю сюда. И вот, пожалуйста, способность. Называется она месть. И что она дает, пока неизвестно. Мне бы теперь отсюда выбраться живым. Так. Я пока просто тут потусю, подожду. Там горгулья на той стороне дерзкая очень. Может, мне пострелять просто и все. Вот. И... А, ну тут я не пройду. Блин, все равно через низ надо идти. Горгулья. Дерзкая горгулья. Убегаем. Убегаем. Вот так вот. Вот так. Отлично. Так. Зеркало. Где-то было зеркало. А, ну мне обратно надо возвращаться, чтобы умение поменять и посмотреть, что я подобрал, собственно. Мне теперь интересно, для чего нам показали вот этих вот кроликов. Что с ними сделать-то нужно? Собрать три огня. Ну, в смысле, зеленых огня. А, слушай, я сейчас наверху над этими мишками, и тут же можно пробить вот эту штуку вроде бы. А, прям так выглядит. Может, как-то мечом ее? Во! Вот. Так. Теперь мне надо отсюда выбраться и где-то взять зеленые фигни. Сейчас. Вот здесь... А, здесь не горит? Так, минутку. Здесь где-нибудь внизу еще... Нет, внизу, по-моему, нифига больше не было. Вон, горит. Горит. И я сдох. Конечно же, я сдох. Потому что у меня было всего 2 хп. Но зато мы появились у зеркала, и я могу посмотреть, какую способность я подобрал. Вот, месть. Получив урон, вы в ярости проводите более мощные атаки. Можно его куда-нибудь впихнуть? Вот сюда, например. Нет? Только заменить? Короче, я убрал способность охотник, которая приносит мне на 50% опыта, и поставлю месть. Мне сейчас это более выгодно в данной ситуации. Мне нужно, чтобы у меня больше урона было. Особенно с призраками, в борьбе с призраками. О, пожалуйста, вон он уже идет за мной, этот призрак. Сейчас, подожди. Опля. Так. Ну давай, мечом его ж бахни. А, так он сдох. И меня снова телепортируют. Смотри, часы что показывают. Теперь нужно идти наверх. Хорошо, я схожу сейчас наверх. Ой-ой-ой. Эть, не допрыгивай. Эть. Допрыгнул. Теперь сюда. Теперь здесь цепляемся. Ну, дальше мы тут уже знаем, как лазить. Знаем, где проходики. Так. Вот этот огонек наш. Тот не наш. Ну, показывай дорогу, огонище. Поверху теперь ползем. Мы тут тоже уже ползали поверху. Сейчас я комарицу убью. Потому что мне нужны их души. Так, видал? О, тут все поломали. Ну ничего себе, придется мне возвращаться и заново.
Как-то странно, он об меня ударился и сдох. Обычно я сдыхаю, когда противников ударяют. Ну, тут прям чудеса. Блин, нужно поймать... Вот, поймал, все. Канидзе! Из-за тебя профукал ХП. Значит, на досочку есть. Теперь на эту досочку. Теперь сюда. Ну нифига себе. Как тут все поломали. И вот мы где-то, фиг пойми где, наверху. По левитирующим обломкам разбираемся в башню замка. Видимо. Если тут есть эта башня, конечно. Надо быть аккуратно, я ж могу уколоться об эти едкие кислотные шипы. Стой, подожди, вернись! Я не успел зацепиться. Попал. И, видимо, теперь вниз нужно, да? Можно хотя и наверх. Внизу тут ничего, но кажется, можно пробить. Подожди. Ой, не получилось. Не, непробиваемо. Ладно. Тогда наверх. Опля. Вот таким вот макаром. Сюда вначале. Цепочка есть какая-то, смотри. А, как умно, хитро. Стой. Так. Не распилите меня, пожалуйста. Ах, лохуй, что тут происходит-то? Опа. Блин, надо подхилиться. Пока безопасное место есть. Сейчас, вроде кажется, все спокойно, никто на тебя не нападает, просто какие-то головоломочки, лазилки, нужно соображать и идти в нужном направлении. И все по лайту пока. Но сейчас как только начнется драчка какая-нибудь с боссом, например, я сейчас до него доберусь, это все, это атас будет. Пиши пропало, пукану. Ага, крючки наверху. Так я, наверное, вот так вот сделаю. Вот сюда. Ух ты, ё-моё. Все-таки зацепился. И пришел к трупу какому-то. Прежде ты побеждал с помощью моей магии. Но что, если призрак явится сейчас? Быстрее, медведь! Шевели лапами! Я просто возьму и убегу. Почему ты за цепи-то не цепляешься? Во, вот так вот. Так вот. Подхилимся. Все, я просто взял и убежал. А, он за мной бежит, кстати. Этот призрак. Восранский призрак. Пока живем. А, прикинь, они реально вздыхают от моего прикосновения. Нет. Ты не достанешь меня, призрак. Не достанешь. Куда мне дальше-то? Куда? А, запрыгнуть надо вот на эту фигню. Ух-ху-ху-ху-ху. Ну я призрака ударился. Блин. Затормозил, затупил, куда мне дальше? Надо было просто по этим качелям. По этим топорам. Угу. Дальше туда. Комарик, привет. И убил. Это классно, конечно, что. То, что они от меня убиваются. Вот сюда надо. Теперь. Ух ты, ё-моё! Вот это они загнули, конечно. Вот это они загнули. Ай, блин, и призрак. И призрак. Все, я сдох. Жесть! Тут надо так подлавливать момент. Ох, как это? Ну, тут ниже. Что за подлого такого? Вот так вот. Залезаем, бежим сюда. Сейчас будет жопа, надо умудриться. Ну, блин, ну почему ты не запрыгнул, Миша? Я кичкала, че тебе сейчас разобью, геймпад. Сейчас знаешь, что надо сделать? Вот я даже не знаю. О, призрак прилетел уже. Как быстро ты летаешь, дружочек. Теперь нам нужно подняться сюда, теперь перепрыгиваем сюда. Бежим. Ждем здесь. Ждем момент.
Вот так вот. О, хорошо. Вот сюда. Все, запрыгнул. Шипы, это нехорошо. Так. Как мне быть-то? Как мне лучше здесь? Блин. Опа, вот сюда? Нет, это плохая идея. Это очень плохая идея. Блин. Отойди. Цепляйся. Ага, отлично. Ой, нет, вот только не это. Вот меньше всего я этого хотел. И сдох. Да. Жопа пришла, откуда они ждали. Даже никто тебя не бьет. Ты просто дохнешь от того, что тут ловушки, которые... тебя наказывают. Опля. Короче, наверное, тут многие заметили, но я тут бегу в панике, поэтому не обратил внимания, что тут стенка голая. Можно через стенку запрыгивать. Сейчас я этим и воспользуюсь. А чё, куда это ты отпрыгнул, Миша? Ты чё? Чё за фигня? Так, значит, по стеночке тихонечко вот так вот ловим момент. Сюда. Сраная ведьма. Да, мы... А, я сдох. О, фейспалм. А, убийца лицом об стол. И вновь я здесь, на этих левитирующих бревнах, лезу наверх. Здоровье, достатки. Надеюсь на то... О, как я обыграл. Блин, давай, залази же, Михаил. Не подведи меня только сейчас. Почти. Вот он уровень. И чё, и куда, и как? Кажется, все, я прошел, сейчас битва с боссом будет. Слышишь, ты? Теперь твоя очередь убегать. Значит, я вижу летающие сферы. Нет, это очень не круто. Так, у меня... Он меня убил. Офигенно. Даже, короче, я хочу, знаешь, рывок сделать через цепи, но нет, нифига у тебя не получится. Ты цепляешься за цепи. Ты не можешь сделать рывок через них. Ты? Обосришь. Что это за слово я новое придумаю? Обосрись. Вот что я хотел сказать. Делать, что хочешь, но ты... Вот так вот только можно. Достал. Скотина. В смысле? Взорвался огонек, потому что я в него влетел. Так, ну все. Я даже ему ничего не сделал, прикинь, он сам сдох. Он сам сдох, потому что меня бил. Здорово. Получено достижение, работа такая. И куда нам теперь? О, как я вниз упал. А, стой, подожди, зачем я сюда упал? Не-не-не. У меня явно какой-то план есть. Вон он, огонек летает. Он говорит, типа, наверх давай. Опять. Ладно, поскакали наверх. Я иду за тобой, огонек. Конечно, я бы не хотел за тобой идти, но у меня выбора нет. Другого. Все выше. О, вот здесь открылось наконец-то. Черепковые маньячелы здесь валяются всякие. Играть с тобой было очень занимательно. Но всему приходит конец. Не переживай. Ты умрешь не напрасно. Я сделаю из тебя нового призрака и поставлю охранять замок. Следуй за мной. И кто-то опять забыл про чай. Миш, ты не о том думаешь. Какой чай? Он бы тебя траванул этим чаем. Так, мне нужно наверх, да, видимо? И как я должен это сделать, если здесь... Пойду к черепу, вот этот левитирующий череп. Череп, ты дашь мне какой-нибудь... А, подожди, вот. Вот, я про огонь забыл. Так. Какая резкая, дерзкая пила. Оп. Она сейчас снизу поедет, эта пила. Ага. Взяли снова огонь. Ё-моё, как это я так опростоволосился-то? Так, подхились пока. Сейчас снова возьму этот огонь. Вот так вот. И, видимо, наверх... А, нет, тут пила. А куда мне дальше-то?
Я цепь вижу, и что мне эта цепь? По балкам деревянным мне... А, вон она что, вот спустилась. Поехали. Сейчас я их увидеть должен. Вот она. Опля. Так, едем дальше. Наверх. Наверх, наверх, наверх. Тут надо запрыгнуть вот на эту ерундовину. Давай запрыгнем. Дальше туда. Ох, как нифига себе. Вот этот прыжок веры нужно совершить. Да я не допрыгну туда, вы что? С ума сошли, что ли? Что-то как-то очково вы придумали тут. Не-не-не-не-не. Давай я вот так вот сделаю. Ну так нормально, ладно. Ну что, мне теперь наверх? По стенке, давай попробую. Вот. Беру огонек. Снова сюда. По этим сраным ступенькам. Призрачным. Зеркало вижу. Но оно запечатано, я туда не попаду. Тут шипы вон эти. Да, туда не попасть. Эх, черт. Зеркалко. Какой милый щит. Определенно более милый, чем его хозяин. Забираем, нам он сейчас нужнее. У тебя щит из пробки был. Ну, из крышки консервной. Куда ты его сделал? Ну, возможно, щит наконец-то, блин. Под конец игры его все-таки всучили мне в мои косолапые руки. Используйте РС, чтобы перемещать щит и отражать атаки. Вот. Но стрелять из лука я не могу теперь, да? Только либо щит, либо... Так. Ого, какое зеркало крутое. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех коварней в целой стране? Миша. Ох ты. Так, мне, наверное, надо отражать все. Куда мне это все отражать-то нужно? Ага, разбивается что-то, да, значит? Хорошо, значит, мне их надо все разбить. А, меня убили, все. Короче, вот эти зеркала, которые в меня стреляют, их нужно все разбить, но они еще периодически посылают ядовитые фаерболы, блин. И это, я тебе хочу сказать, не очень круто, потому что фаербол я отражать не могу, эти ядовитые. Так, попали в меня. Подхил, 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 быстренько. Есть. Получайте. Обратка. Есть. Осталось всего... Вот они, фаерболы полетели у меня. Осталось всего... Три зеркала. Да вот теперь два. Так. А, нет, три. Проморгал. Теперь два. Зеркала заново появляются? Нифига себе. Подожди. Это ж как так-то? Вот ты где. Лучше бы тебя уничтожили мои зеркала, маленький рыцарь. Потому что теперь тебя ждет куда более страшная участь. Дед, летучая мышь? Ты что, Бэтмен, что ли? Не до Бэтмен. Дракон! Он превратился в дракона. Ему стрелять в брюхо надо по-любому. Так-так, но у меня одно хп. Нам поможет его же пламя. Кстати, отличная идея. Я его отражать могу. Это пламя. И очень хорошо. Так. Чем это он меня пробил? Подскажите мне на секундочку. Снизу пламя. Надо перепрыгивать по-любому. Это отбиваем. Дай-ка я его сюда отбегу. Он кидается фаерболами какими-то или что? Короче, вот эти штуки, как будто лезвие, их нужно... Я не знаю, что с ними делать, но я их отбить не могу. Его же пламя нам поможет, но он ничего такого-то не делает. Вот, я сдох от этих лезвий. В принципе, пока что на первой стадии все понятно, какие у него фишки.
Короче, когда он зарыгает свое пламя, нужно зарядить свои мечи и, скорее всего, лупить его этим самым. Но как лезвие? Лезвие перепрыгивать, наверное, нужно, ведь что? Слушай, я прям в пламя зашел, нифига не помогло. И что нам делать тогда? Что ловить? Может быть, вот это? Нет, это тоже ничего нам никак не помогает. Ну, я как бы вообще без понятия, что делать. О, смотри, зарядился. Сработало. Так, назад. Все понятно. Все понятно, как что делать. Короче, когда он фигачит огнем... О, нет. Вот так вот надо сделать. Щит как-то заряжает. Щит поглощает и заряжается. Вот, отлично. Готово. Он еще ближе подходит. У нас меньше места для маневра. Но я успешно сообразил, что надо сделать. Ай-яй-яй, пропускаю много пламени. Но успел зарядиться. Отлично. Готово. Ой, не туда полетел. Мишаня. Еще. Есть заряд. Надя. Блин, кончился. Ну, кстати, очень быстро убивается этот дракон. Я думал, будет сложнее. Да не туда, Мишань. Ну что ты? Давай. Пыльнее еще. Не получилось зарядиться. Буквально удар остался. Буквально удар. Давай еще раз. Он тот, кто по земле бьет. Где твое пламя? Жги. Нет, это не то. Это не то, что я ждал. Пламя. Огонь, давай. Вот, отлично. Отлично. Все, иду. Но почему ты промахнулся, Миша? О! Вальнул! Сработало! Изнурительный бой подошел к концу. Мишка заставил дракона приземлиться. Чтобы спасти Алисию, оставалось только одно. И Мишка был готов нанести решающий удар. Собрав остаток сил, он крепко сжал рукоять клинка и отчаянно бросился на ужасного дракона, вложив в движение всю свою ярость. Его вел образ Алисии, и целью его было сердце дракона. Но когда ему оставался самый последний шаг, внезапно... Искорка сняла с ножниц свои чары, и они снова превратились в две обыкновенные ржавые железки. Покачнувшись от неожиданности, медведь обернулся и успел увидеть, как его вместе с драконом пронзает волшебный луч. Его предали. Пораженный герой рухнул на поле боя.